Недавно в рязанских средствах массовой информации появились сообщения о том, что ученики сразу нескольких школ останутся без школьной формы ко дню знаний. Руководство магазина, в котором родители детей произвели заказ, постоянно переносило сроки поставки и сейчас ссылается на загруженность текстильного предприятия в киргизском Бишкеке, где происходит пошив школьной формы для рязанских учеников. Для девочки форма, если у вас была клетка серая, то она придет в конце сентября. А почему так получается? Потому что на фабрике стало сообщение, что они не успевают отшить форму к сентябрю. И у нас просто нет этой формы. По словам родителей пострадавших учеников, деньги за форму они отдали еще несколько месяцев назад. Нам обещали, что форма будет 20 августа. 15 августа весь наш класс и другие классы нашей школы, которые тоже заказали в этой компании, получили смс о том, что школьная форма для девочек придет в конце сентября. Просите ради телефон разговора с этой компанией свелись к тому, что нам сказали, либо мы делаем вам небольшую скидочку в 500 рублей, либо же мы вернем вам деньги. Больше вы от нас не требуете. Закончилось это тем, что на общем собрании родителей девочек первоклассников нашей школы мы решили отказаться от услуг этой компании. Теперь, по нашим данным, родители первоклассниц забирают выплаченные ранее 500-рублевые авансы и собираются заказывать школьную форму в другой фирме.